На праздничном концерте в честь Дня города в гримерке Льва Лещенко. Поехали! Сергей, здравствуйте. Меня Олег зовут. Я очень приятно. Организатор мероприятия. Так. Давайте с вами по программе пройдемся. Давайте. Значит так, смотрите, сейчас выступает Агутин, потом поет мэр. Потом на сцену выходит глава КОКа, потом у мэра с глава КОКой дуэт, потом Газманов скачет, и после Газманова выходите вы с Львом Валерьяновичем Лещенко, и, как говорится, лай-лай. Единственное, предупрежу, выходите поздновато, публика может быть вяленькая. Лев Валерьянович перед Андроповым, Черненко, Брежневым выступал. Поверьте, он знает, что такое вяленькая публика. Я извиняюсь. Здорово, пацаны, я извиняюсь, меня Юрец зовут. Я буквально секундочку вашего времени. Вы ковидом болели? Ну да. Здорово тогда, здорово. Простите, пожалуйста, а вы кто такой? Покиньте гримерку, пожалуйста. В смысле? Я с кем имею честь вообще? Я организатор этого мероприятия. Ну организуй свое исчезновение, а то я сейчас позвоню пацанам, они приедут сами, организуют. Даже никто не спросит, что, куда, как. Человек тебе зашел, имею уважение чуть-чуть. Я вообще не с вами разговаривать хотел, я хочу с Львом Валерьяновичем поговорить. Лев Валерьянович отдыхает перед выступлением. Вот. Ты кто такой? Его аккомпаниатор. Послушай сюда, аккумулятор, Аккомпаниатор? Я грузинский. Имена плохо выговариваю. Просто передай Льву Валерьяновичу широко, душевно мое низкопоклонческое, высокосердечное, глубокоуважительность моя. Лев Валерьянович просто легенда. В честь него даже рыбу назвали. Слушай, я из легендарных чуваков уважаю Лещенко, Месси, Емельяненко, Де Ниро и Эдика Хачатряна. Слушайте. Послушайте, уважаемый, а кто такой Эдик Хачатрян? Он половине Ростова права сделал. Легендарный чувак вообще просто. Слушайте, да какой легендарный чувак? Вы понимаете, что вы врываетесь в гримерку народного артиста? Да выйдите вон! Вы примите мои люксовые извинения. Просто ситуация такая, поймите, понимаешь? Ну, патовая ситуация. Короче, у меня девушка есть, ее Света зовут. Понял? Ну, моя. Ну, понял? Малая моя. Так. Ну, ну по-серьезке все, понял? У нее все, у нее она пароль от моего айфона знает уже. Все. Трескалась меня девчонка просто, понимаешь? Ее Амур на дискотеке пьяную поймал, вот так ногой колонки прижал, так стрелой ей в башню. На! Просто все. Ну, влюбилась в меня девчонка. Так все, уходите немедленно. Послушай, если вопрос в деньгах на 1000 евро, возьми и угомони себя, слышишь? Какое 1000 евро? Тут всего 500 рублей. Я давно за курсом не следил. В общем... Короче, у Светы мама Зоя Анакондовна, понял? Моя будущая теща, моя будущая, понял? Она против, что мы встречаемся. Она хочет, чтобы Света женилась на нормальном, порядочном, воспитанном, интеллигентном человеке. Все против меня, понял? Все против меня. Когда Света у меня на ночь остается, она ей каждые 2 минуты звонит. Ну, слава богу, я за 2 минуты укладываю, все нормально. Я просто к этой собаке со всей душой, она меня не любит, понимаешь? Я все придумаю, Рез. Так вы сходите своей теще подарок купите, от нас отстаньте. Да я царские подарки ей делал. Я ей на день рождения подарил козырное место на кладбище. Она обиделась, понял? А человека из-за этого боком похоронили. Слушайте, да зачем вы нам рассказываете свои проблемы? У нас концерт, у нас праздник, администрация вся сидит. Вот это реально праздник был бы, если вся ваша администрация сидела. Послушай, короче, у Зои Анакондовны сегодня юбилей, 50 лет у нее. Хотя я не знаю, как она так дожила, змеи столько не живут. Я хочу записать видео с Львом Валерьяновичем, понял, чтобы он про меня что-то спел. Я у нее на юбилей, на большие экраны выведу просто, чтобы она посыпалась, хрущевка, понял? Вообще, устроим ей реновацию. Так, все, у нас больше времени нет, уходите, пожалуйста. Я прошу вас, уходите. Послушай, я тебе серьезно... Олежа, привет. Здравствуйте. Ты трубочки со сгущенкой купил эти вкусные? Такие. Лев Валерьянович, трубочки со сгущенкой купить не удалось, к сожалению. Я прошу прощения. Лев Валерьянович, мои крафтовые уважения вам. Просто вы легендарный человек. Привет. Просто. Меня мама на вашем концерте родила. Она сказала, в роддоме я еще рожу, а Лещенко в Новороссийске один раз бывает. Лев Валерьянович, я дико извиняюсь, это просто какой-то идиот сюда ворвался и хочет, чтобы какую-то песню для его тещи записали. Да, я там за кулисами ТикТок снимал, все слышал, да.
Да. Лев Валерьянович, да, если да, мы видос что? Запишем, я привезу раков. Там просто не раки, просто лошади. Не я их привезу, они меня привезут. Мы потом с вами поедем в сауну. Там все, арбузик порежем там. Закажем пироги остинские, погуляем по полной программе. Ну что, ну, может быть, поможем парню, а? Запишем видео. Ну давайте поможем, а что супер, делать? Супер, бомба! Я текст набросал, Лев Валерьянович, вот все просто. Да, ну, давай, давайте я видосик включу, что... Ну что, Зоя Анакондовна, ау! Это вы не меня на юбилей не позвали, это вы нас на юбилей не позвали, поняла? Поехали, заряжай давай, делай! Ты там слышишь, я спою вам песню про юрца. Хавала! Нет, не про Дудя, а про другого. Тащи! Он учредитель юрлица. Серьезный человек, я. Возит свежих раков из Ростова. Вот такие раки, поняла? Обиду в сердце не носи. У коммунистов! Сделай хлеборезку там попроще. Успокойся давай. Иди по городу спроси. Все мечтают стать юрцовской тещей. Спасибо, Лев Валерьевич. На плече он наколол змею. Вот здесь. Потому что любит он вас сильно. Чтоб ты знала там. В подтверждении этих самых слов кинул вам штукарь, он на мобильный. Звони, если что, давай, поняла? Второй куплет можно еще, Лев Валерьевич? Он не наркоман, не игровой. Поняла? Он дудит лишь в медицинских целях. Сама ты торчок. Свет любит телом и душой. Ну, больше телом, конечно, Лев Валерьевич. Вот как не бывал в чужих постелях. Отвечаю. Ей он подарить кольцо хотел. Хотел, а чё? Но с экспрессом ставка не сыграла. Не фартанула просто. Ротор проиграл в Махачкале. Там пенальти не было. И в ничью скатала он с Уралом. Материл он вас на Новый год. Я извиняюсь. Пьяный натравил на вас бульдога. Ну, было там. Все слова юрец назад берет. Беру назад. Лишнюю была одна дорога. Да, было дело, да. Одна дорога. Правильно, там две дороги было, да. Все, спасибо, схавала, все, съела. Спасибо, Лев Валерьянович, просто бомба, сказка, все, супер. Все, где гримерка Моргенштерна? Я там, Света тоже просто будет, хочу ей тоже видосик записать. Я для Моргенштерна купил трубочки со сгущенкой. Так Моргенштерн уже выступил и уехал. Трубочки, ну это замечательно, давай тогда поможем. Серьезно? Ну конечно. Прощай! Это Лев Валерьянович и Юрец, поняла ты там? Прощай, поезда уходят в дальние края. Прощай, поезда, мы расстаемся навсегда. Ты помнишь, плыли в вышине, но вдруг погасли две звезды. Но лишь теперь понятно мне, что ты вообще мне друг. Прощай, поезда, уходят в дальние края. Прощай, поезда, мы расстаемся навсегда. Вау! 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 Лев Валерьянович, спасибо, бомба, супер! Это вам, Лев Валерьевич. Хотел Свете подарить, но кто она такая, Лев Валерьевич? Лев Валерьевич, и мы все вместе. Воу! Ну и что это за побрякушки? Это твои новые сотрудники. Буду ждать теперь от тебя динамики твоей раскрываемости. От создателей сериала «Интерны». Первый. Комедийный сериал про полицейских. Девушек-полицейских. Прикольно, девчонки. Кухонный театр. Красиво и бесполезно. И их начальника. Давай. Кого вытащишь, того и посадим. Вы серьезно? Конечно, так всегда делаю сам. Давай. Ай. Ты больная, что ли, Верба?
«Девушки с Макаровым» во вторник в 8 вечера. Смотри две премьерные серии на ТНТ.